Сегодня, как и обещал, представляю схему очень простого пробника, который может быть полезен в работе электриком при проведении проводки или ремонтных работах. Этот пробник позволяет прозванивать провода на целостность цепи, на наличие или отсутствие замыкания, а также прозванивать дорожки на печатной плате. Диапазон сопротивлений проверяемой цепи широкий и составляет от 0 до 500 и более Ом. В отличие от простого пробника, который содержит только лампочку с батарейкой питания или светодиод, включенный с батарейкой, простой пробник не работает с сопротивлениями от 50 Ом. Эта схема на транзисторе позволит вам проверять любые цепи от 0 до 500 и более Ом. Схема очень простая, и ее можно собрать просто навесным монтажом, не утруждая себя сборкой на печатной плате. Транзисторы в этой схеме используются очень популярный и знакомый вам. Это КТ-315. На всякий случай, если у вас нет цоколевки, посмотрите на экране. Вам так легче будет собирать схему. Питается этот простой пробник напряжением 2 вольта постоянного тока. Собрать эту схему вы сможете всего лишь за 20 минут. И она пригодится вам в работе. Поставьте, пожалуйста, лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы рассматриваем вместе с вами интересные, полезные и очень простые электронные схемы.